Друзья, всем привет, вы на канале «В поиске клада» с Серегой. Ну что, друзья, кто не помнит, мы копаем во Франции. Вот, сегодня выбрался на такое интересное место. Не знаю, где возможность есть, там и копая, потому что кругом охотники. У меня не очень много таких возможностей, чтобы где-то походить, покопать прям офигенно. Так что, где приходится, там и ходим, где есть какая-то хоть возможность. Ну и в начале видео хочу вам порекомендовать один замечательный канал, который называется «Клад найду». Вот такой вот парень, вот такой вот канал. Ребята, давайте поддержим комрада подписочкой. Ссылка стоит внизу в описании. Ну а мы начинаем. Поехали! Так, прошел у меня сигнальчик и выпала монетка. По-моему, монетка. Какая-то только слишком легкая, непонятно. Ну, сейчас посмотрим, почистим. И узнаем, что это есть такое на самом деле. Да, это, естественно, оказалось монетой. Но, как всегда, в удивительно отличном состоянии. Короче, убитая в хлам. Как и вся медь во Франции. Блин, как она все парит это. А серебро попадается крайне редко. А вот золото тем более. Но, тем не менее, будем искать. Ну уж не знаю, что это, друзья мои, но очень похоже на монету, погнутую плугом. Значит, мы на правильном пути, я надеюсь. Вот на такое поле я пришел. Ходить тут, друзья, и ходить. Вот такой непонятный кругляш с офигенным сигналом. Ну, звенело, блин, вообще думал. Точно клад, думал, вошел. Такой шел сигнал, просто огонь. Но какая-то шмурдина старинная, но все равно. Значит, здесь надо искать, раз находки есть, будем искать дальше, ходить. Смотрите, ребята, я нашел какую-то позицию немецкую, старую, оборонительную. Смотрите, нифига себе, какая красота. Обалдеть. Вау, какая она мощная. Офигеть можно. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим. Колючки кругом. Так. Аккуратно. Аккуратно. Да. 100% наверху стояла пушка. 100%. Козлы блеют. Ничего не видно. Где-то был ход наверх по-любому. А где, не ясно. Тихо, тихо. Опа. Попалась под катушку мушкетная пуля. Такая вот здоровая кругленькая пулька. Кто-то здесь шмалял. Красота какая. Пуля дура. Сейчас пойдем еще посмотрим, может, что найдем. А вот это, друзья, находочка уже будет поинтересней. Это регулятор огня в керосиновой лампе. Накрутка. Вот она крутилась в керосиновой лампочке и регулировался огонь. Регулировалась подача керосина на фитиль. Вот такая вот вещичка. Это говорит о том, что здесь, возможно, стоял дом. Мне уже начинает это все очень нравиться. Так, друзья, включу GoPro. Идет очень хороший сигнал отсюда. Вы посмотрите, 46 бьет. Что-то явно медное лежит. Сейчас посмотрим, друзья. Сейчас посмотрим. Сейчас немножко GoPro. Так вот я. Оп. И нам найдем центр пинпойтером. Вот, вот идет сигнал. Смотрите. Смотрите. О. Дальше копать здесь. Я делаю без звука, чтобы лишний
батарейку не садить и звук лишний, чтобы не издавать. Попробую рукой достать. Вот лежит, вот она. Нифига себе, что это за шар такой, смотрите. А нет, это не шар. Это от велосипедного звонка, по-моему. Смотрите, какая штука. Старый велосипедный звонок. Если мне мой глаз не обманывает. Не знаю даже, что это. Смотрите, солнышко какое-то. Интересная вещь. Какой сигнал шел, а? Ну, по-любому, мне кажется, звонок велосипедный. Да, как я и говорил, это велосипедный звонок. Вот снизу накрутку видно. Вот такой был звоночек старинный. Ну, я думаю, что это года 50-е, 40-е. Друзья, есть монетосина. Сейчас будем вместе смотреть, что там лежит. Вижу, что точно монетка. Сейчас посмотрим. Так, не обращайте внимания на мой синий палец. На работе я немножко пострадал. Смотрите, он, видите, торчит. Смотрите. Ребята, смотрите, видите монетку. Опа. Оп. Вот она, красавица. Что за монетка такая? Что-то старое похоже. Давай сейчас помою вам и покажу. В общем, как я и говорил вам, сохран никакой. Но уж, друзья, извините меня, что такие монеты, не я их сюда кидал. Блин, что они такие все убогие. Я сам надеюсь только на серебро и на золото. Но я могу сказать, что это очень старая монета. Это не Наполеон, это что-то очень старое. Это еще со времен баронов что-то. Это 17 век, скорее всего. Попробую хоть примерно узнать, что это такое. И предложить вам. Стадо собралось. Черная коза, цок-цок-цок, стучат копыта, черная коза, белого козла супруга, черная коза, как мы будем друг без друга, черная коза, черная коза, лихо по горам скакала, черная коза, мне много молока давала. Те-те-те-те-те-те, ребятки, попалась монета, монета большая, наверное, Наполеоныч. Наполеоныч Бонапартыч. Сейчас мы смотрим. Да, Наполеон, вижу даже его лицо. Сейчас посмотрим, по-моему. Монета бронзовая, поэтому чуть-чуть она сохраняется лучше, чем медная монета. Так как из бронзы. Поэтому можно хоть что-то разглядеть. Значит, это 1850 какие-то года, 53-й, скорее всего. О, какая здоровая, смотри. На этом поле есть находки. А я что-то думал, что поле... Не будет нифига. Так, где у нас тут что? Посмотреть можно. Да иди отсюда, трава. Так, вот так хорошо видно, да? Да, Наполеон, вот борода торчит. Бородатенький. Это Наполеон, 10 сантимов. Ну хорошо. Все ж монета. Все ж надежда есть на серебро. Ладно, буду рыться искать дальше. Вдруг найдем серебряху, а? Хоть франк один. Вот еще один кокалик, совсем убогая монета, но могу сказать определенно одно, что она очень старинная. Я вам выставлю здесь, что это за монета, плюс-минус год какой, потому что я знаю точно, что это за монета. Я находил таких много, причем находил, по состоянию было получше, и были они даже рассыпухами у меня попадались. Да, во Франции, конечно, копать-то, ребята, одно удовольствие. Одно удовольствие. Только что все убитое, но столько здесь находок. Куда не выйдешь, везде находки. На любое поле. Везде есть сигналы. Так, друзья, у меня хороший сигнал, по-моему, верховой. Да, что-то сверху прям лежит. Вот здесь вот. Вот так вот. Вот она. Сейчас посмотрим. Монетосина, да? Монетка, монетка, конечно. Таким сигналом только монеты звенят. Это не старая монета, это 1 франк. Алюминиевый. Да, это 1 франк 1945 года. Алюминиевая монета. Я еще удивляюсь, как она не рассыпалась. Потому что мне попадались монеты, которые просто берешь вот так вот, алюминиевые, и они просто в руках рассыпаются. В крошку просто. Реально в крошку.
Такая вот монетосина такая. Ну, вся уже окислившаяся. Все ж монета. Бывают и вот такие вот находки. Поломанная монета. Видать, трактором ее цепануло, переломало. Монета старая. Как всегда, какая, непонятно. Но, тем не менее, ребята, вам показываю. Показываю, потому что то, что есть. Так, друзья, у нас опять красивый сигнал. 44. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Так, сейчас поправлю GoPro-шку. Ветер задул, зараза. Вот она лежит, вот она. Вот центр. Сейчас подковырнем. Опа. Вот где-то здесь должна быть. Опа. Вот она. Пищит где-то. О, монета. Видите? Монетосина. Ну, все как всегда, все по стандарту. Монета убитая. Вот так вот. Жестко. Вообще, реально жестко. Не хотят они здесь сохраняться нифига вообще. Ноль. Обеда. Все равно будем искать. Будем искать наше серебро. А еще лучше золото. Знаете, друзья, чем отличается коп любительский, фанатичный, от копа, который ради наживы? Когда ты ходишь ради удовольствия, когда у тебя хобби, тебе все равно что попадается. Тебе дорога любая находка. Любая находка приятна. Это уже кайф. Даже такую монету — это кайф. Бывает, друзья, и здесь чудеса. Попалась мне монетка. И в сохране. Сейчас покажу поближе вам. Вот, вылетело 50 сантимов 1942 года. С топориком. Такая монета. Блин, даже сохранившись, офигеть можно. Но медь не сохраняется нифига. Это, скорее всего, алюминиевая бронза. А сплав довольно-таки хороший. И сохраняется, видите. Ну, ништячок, значит, в коллекцию пойдет. Раз сохранилось. Вот такая вот красота творится во Франции. Сегодня у нас 11 февраля 2018 года. Вот такая вот красота. Травка зеленеет, но солнышко сегодня не блестит. Что-то, друзья, такое интересное попалось. Даже не знаю, что это. Но что-то было в позаботе. Пуговицу не похоже совсем. Явно не пуговица. Полстанькое что-то. Монета, что ли, позолоченная была, не знаю даже. Ну, попробую что-то узнать, что это такое, но не знаю, не уверен. Что-то по золоте. Какая штучка интересная попалась мне. Наверное, конинка. Уж не знаю, конинка, не конинка, но что-то интересное. Какой-то цветочек. Медный цветочек. Очень красивая вещичка. Возьмем обязательно. Видите, куда-то крепилось, вот там отверстие есть. И куда-то оно прикреплялось, к чему-то прикручивалось. Возможно, что на конскую упряжь. Скорее всего. Смотрите, друзья. Видите, монетка лежит. По-моему, монетка. Вот я руками зацепил, был такой верховой сигнал. Копать не стал, руками зацепил. И вот цветанулась монета. Опа, она самая. Алюминь, по-моему, легкая. Да, точно алюминь. Опять один франк. Ну, алюминий весь уже окислился. Такая вот монетка. Монетосик. Уж не знаю я, что это, друзья, за штука такая древняя. Но явно была в позолоте. Видите, позолота видна. Че за фигня, вообще не ясно. Шляпка какая-то. Сначала я думал, кольцо вообще, чуть уже не обрадовался. Но это вообще не пойми чё. Когда-то было красивое, наверное, что-то. Ладно, продолжаем поиск. Прям по самому краю поля шел. И попалось мне такое вот колечко миниатюрное. Смотрите, детское. Маленькое-маленькое вообще.
старинное детское колечко. Во Франции я уже находил одно кольцо детское, тоже типа того, только оно было серебряное. Тоже с цветочком, совсем миниатюрное. Смотрите, ребята, попался мне бубенчик, но поломанный. Во Франции мне уже не первый раз попадаются бубенцы. Даже шарик внутри был, я выковырил землю, и внутри лежал вот железный шарик. Прикол. Ай-яй-яй, жалко, что поломанный, конечно. Есть у меня и целые бубенчики дома. И один в один такие же, по-моему. Ништячок. Берем. Такой сигнальчик, ничего, хороший, красивый. Сейчас посмотрим, что тут есть. Даже копать не буду. Потому что видно, что сверху. Вот он лежит. Где-то здесь. Сейчас будем смотреть, ребята. Пальцем вот так вот смотрите. О, гадость какая-то лежит. Ай-яй-яй. А я думал, монетка. А это какая-то трубочка. Свинцовая. Ну что, мои дорогие друзья, посмотрим, что мы там накопали сегодня. Серебра я так не нашел, золото тоже. И уже немножко приуныл, подустал. Будем смотреть наш результат. Неутешительный. Так, вот что мы сегодня накопали. Ребятушки, ребятушки мои дорогие. Шмурдофон. Шмурдофонище. Так, звонок велосипедный. Бубенец. Конинка, по-моему, такая красивая. Вот какая-то штучка была позолоченная, не знаю, что это такое. Тоже вот позолоченная вещь была. Показывал я вам. Позолота вот еще осталось. Ну и монеты. Убитые какие-то. Вот мне попалась тоже монета, но не показывал. Так и не понял, что это такое. Как будто посеребренная что-то. Монета, не монета. То ли серебряная монета поломанная. Так, вот монеток столько у нас. Все подубитые. Все вы видели, что я вам показывал. Вставлял в описание. Ну вот, Наполеон еще как-то сохраняется. И то это уже ни о чем, можно сказать, то монета уже. Ну, лажа полная. Ее помыть, она все сотрется. Толку с нее никого не будет. Вот, видите, Наполеон III. Хорошо видно портрет его. Бородатый. И вот такая вот кучка пуль мушкетных. Накруточка на керосиновую лампу. Ну и все. Так вот мы сегодня отдохнули с вами, друзья. Вот беда, повесил носки сушиться, а они вниз упали. Вон мои сырки валяются. На сегодня все, друзья. Вы были на канале «В поиске кладов» с Серегой. Кто не подписался на канал, не забудьте подписаться. Пока!